ДВшку поставьте. Так, я план прослушал, ну ладно. У нас есть план. Как же так? У нас есть лучше. Понятно, я успел его прослушать. Мы их окружим. Молодец. Мы маленькая, но гордая латвийская армия. Да-да, я тоже вспомнил. Давайте с юго-запада нападем. Ни разу не нападали с юго-запада. Можно? Сейчас приду. С юго-запада это с Чамана там где-то, да? Там вроде как-то не дошли, к сожалению, не очень пошло. Тут прям давно, да. А, понял, откуда все, сориентировался. Короче, одна группа пойдет по верху прикрывать с холмов, с трех холмов от этих больших точек. Как бы будет смотреть. Еще одна группа. Ну, холмы-то надо почистить будет. Еще где место падения вертолета, там всякие могут. Лежебенцы. Ну, как бы остальные холмы мало волнуют. Посмотрю. Короче, в общий канал что-то поставим. А метки расположения двух зеленых, как нет. Да, мне нравится мысль, а вы. Если вот этот квадрат, этот трапецию эту занять, то как бы с других гор уже не подойдут, уже все будет видно. Угу, трапецию. Вот, смотрите, где нас ожидаем, может, ждут двое зеленых. Вообще, нет. Подождите, а ничего, общий канал поставили? Да, тихо, только. Нет, не надо. Да, не пали контор. Всегда не палят. Вы можете изменить только ваши маркеры, а я не пытаюсь его купить. 10, но ты видишь, что надо отработать вначале. Я просто на 10-м гарик все крушить просто. Это была разведка, ну ты чего? Наши беспилотники доложили. Так. Что, вы придумали? Чего? Кого придумали? Клан. Ну уже вы обозначил все, ну, я с ним согласен. Согласен. А, ну главное, Паша, согласен. Я с любым планом согласен. А у нас есть ЛЦУ? Ну там бомбы, по-моему, такие они. Можем пропали. Там, где ВТВ предложил, там разделиться как бы на две группы, которые точки занимать будет, которая сверху трапецию то займет и будет оттуда поливать пацанов. С венцом. Блин, ФСБ, ты что спалился, тварь? Так там уже спалили им давно. Ну им намекнули, им не спалили. Да. Наверное, полплана удалили нахрен. Алло, опять мы прям отделение посылал, короче. Прелесть. Кто не знает, сейчас если на маркер навести, то через несколько секунд будет такое вот окошко, там написано, кто поставил. Это хитрый план, короче, чтобы нас обмануть. Вообще этот написал. Ну он уже дезинформирует. Да-да. А за это бан? Чем вот Аздоник. Пиши скрипт, чтобы нельзя было ставить в общий канал. Блин, просто трубай общий канал, Паш. Я вообще предлагаю отключить все каналы и метки вообще не, чтобы не ставить. Чисто для себя только метку. Я предлагаю удалить арму 2. Хорошо. Прикольно, задержка 30 минут на 10. Короче, просто сверну все это. Именно. Так, рация у нас дефолтно будет? А, нет. Почему вы не... Я хочу не дефолтную рацию. ДВшку поставьте еще на 10. Он все равно не взлетит, там 35 минут ждать. А вот у меня такой вопрос из снаряжения. Смотрю, у нас тут есть G36 эйсовские и еще ванильные. А там же магазины не подходят, по-моему, да? А ты... Там перед нами ящик будет с патронами. Еще наутаемся.
На вот эти с такими же магазинами, которые вроде не подходят. Так можем им 249 дать. Ну, то есть боты, которые... Ну, ботов можно брать. Перебить их и заплатить оружие. Потому что мне Азоник сказал, только оптика не работает. Я думаю, ну окей, не буду ничего не делать. Я тебе ничего не сказал, сказал, что я знаю, что там не работает оптика, все. Вот, вот ты это и сказал. Я не сказал, что только не работает оптика, я знаю, что там не работает оптика, все. Азоник написал что-то? Да, и что-то и все. Как это читать, что-то там в скобочках, потом еще минус, говорю, что-то делать вообще? Говорю, выходим на резервную частоту, когда говорю сдвиг, делаем сдвиг. Паша. Понятно. С кем приходится работать? Да, не работает. Мы готовы. Да. Тут... Блин, сегодня так получилось напеть эту из... как... Пиратов Карибского моря песенку, а сейчас что-то не получается. А у 1-1-Г КВшка ВК. А кто там командир? На сдуне. А, чё? Что? Что с тобой? Всё, тебе не нужен. КВ. Я написал КВ. Где? А, увидел. Ник, всё, потому что ты халтуришь, мы с тобой. А бы я Азоник был, 51-1-Г. Чё сказал, сам понял? Нет, ну не важно. Всё, ну, давай, погнали. Нормально? Нормально все работает. Мутайтесь. О. Ну что? Ну, я думаю, мне хватит 500 патронов. А мы медкит можем использовать? Че? Медкиты мы можем использовать или тут медик? Медики. Уже? Кто-нибудь медика взял? Я взял Гонза. Красава. Хорошо. Я понаберу. С собой лучше захватить, если у медика кончится. Зачем мне ГПшки, если у меня нету ГП? Можешь. Чтобы вот, были найти, глупый вопрос. Есть ГП. Объяснить, что тебе не нужно. У нас там хамик, он да. Кто мне спас включил, я не понял. Чего, блин? Мне этот телеканал Спас ТВ тут включил. Блин. Сейчас доняку на гильяку. Сдняку на гильяку. Раз включи. Чек. Все надо. Какой там. А какая прелесть? 143. Азоник, мы тихо будем работать или громко? Конечно. Просто там есть 7249, может я его лучше возьму вместо Г36? Ну, а там он тоже без оптики. Не, Г36 он норм, слышишь? Он окей. Так долбит. У нас в отделении какой-нибудь подствол есть? Чип. Я пойду с вами, у меня есть. Айви, тогда я взял эти ГПшки из ящика тут есть. Че, я умею им пользоваться. Научишься. А где топовый хаммер с этими? Ага, нашел. А они, по-моему, закрыты, Азоник, если ты бежишь. По-моему, все закрыто. Представь. А где, они, по-моему, не снимают. А он разве... Я, если честно, не могу понять, какая у нас КВшка. Что-то у меня было в памяти, что тут ГС есть. Чё-то ты путаешь. Чё-то 140 с чем-то. 43. Так, короче, первого хаммера собрали.
Иви, я тебе 35 гпшек взял, научиться сможешь. Я залагал. Я просто прикалываюсь. Может тебе рюкзак дать? Чё за хуйня? А у тебя есть? Студент, проверка КВ. Ctrl два раза. Кого? Ctrl два раза, левый. Ты тоже за садовником, да? Да ни хрена. Ну-ка, лол. Сбору Хаммера? Теперь ещё быстрее сделаю. Да ты что сделал? Я ничего не делал. Кстати, а куда мы едем? Что? На юго-запад? Ну и да, с юга, юго-запад. А мы и машину не влезем же. Ну мы возьмем две машины. Или один пати-бус. Я предлагаю на МТВ или все поехать. Больше да. Машин, двух машин каждый. Через город мы едем или по дороге кругом? Вон второе отделение, которое Чарли, может забрать себе Хаммерсон 2. Их как раз мало. Учтите, у них есть ЗУР, он наводится на технику. В прошлый раз нам хорошо колесо выбило. Так мы бросим ее еще за зоной, это там ТВ пешечком пройдется. Трепутся. Мы всем кругом поедем, они отсюда с холмов. Ну... Да, надо через чат-чат ехать, получается, потом огородами. Да мы можем через Хуша проехать, там гора, они все равно туда не увидят. Они туда технику не затащат. Прайс не водил. Да, я на Аздоник на юге. Я думал, ты на севере. Да-да-да. Аздоник. Так, сейчас, секунду, маршрут. Вот прямо влево походу не надо. Да, сейчас успею, сейчас. Проверка раз. Весь меню же работает, А на двойку не работает, да? Не работает. Ништяк. Все. На работу. За это ты умрешь первым. Ладно, блин. Остальные кнопочки это ладно. Не, там у нас какой-то миссии что-то было. Правда, это Ливрекс? Ливрекс сделал эту миссию. Банзе и Иванчик тоже с нами? Общий канал поставил враг, но есть.
написано на английском, типа Сенчо. Вот тут
тебе. Масло со сверху. Потом что-то, что-то начинает. Ой. Я где-то в кузове потерял свой панхэм. Ты потерял, а я нашел сегодня моя машина на панхэм. Антоник, ты напишешь что-нибудь солитарий, чтобы я тебе пытался? Че он тебе пишет? Точками спамит. Зачем? Не знаю. Я, знаешь, меня это раздражает. Там к высадке подъехали или? Да. Стоп, не стоп. Погодь, погодь. Давай, давите там еще такое. Не выезжает. Есть? Где там? Вот. Чувак, думаете, можем еще поехать или уже пешочком? Можно поехать. Чем нам вторая машина? Больше машины. Ну и ночь. Ну если одни сгорят, чтобы хотя бы кто-то выжил. Так там один человек в машине сидит. Ну он и выжил. Вот и выживет. Вот он, откуда он сами рыбает. Давай, ехай. Да вон он бегает, давай. Да ехай, ехай. А вы чё за метки вероятный дозор? Ну я поставил, типа вот суток. Я бы там поставил дозор, если бы ты не хотел. Да их всего там 6 человек. Они скорее всего все в зоне сидят. Маленькая эстонская. Ну я так смотрю, что там есть всё. Сейчас. Да стартовали в полночь. Есть.
как расшифровывается ОЕ? Давай, шутка, давай. Там Борон за место 30 минут на задержке сидит, стрим смотрит. Спалился кто-то. Кто там молодец? Аздоник. Слям. Будет веселее. Аздоник, ну видимо так первым. Больше веселее. Окей. Это... Кто у нас с оптикой? Ну, то есть у нас большинство с оптикой, но кто без оптики? Давайте так спросим. Раз, только скажи, кто без оптики. Студент без оптики. И еще, по-моему, кто-то ФСБ вроде был, нет? Или кто-то? У меня коллиматор. Ну вот, тоже без оптики. Так, вы со мной двое, и со мной еще Прайс. Вторая группа. Это... Так, и со мной еще должен пойти Гонза как медик. Все, всем остальным стоп, не двигаться пока. А, остальные, все вот, кого я не назвал сейчас, находят ПЗ и ПЗ второй фартим. Он идет в район трапеции. Понял меня? ПЗ. Так, все. Все поняли меня, да? ПЗ, идешь на трапецию, мы дожидаемся, когда ты поднимешься. Отсюда прикрываем. Как туда поднялись, ты начинаешь прикрывать наш штурм. Все. Первое отделение, которое со мной, занимаем тут позиции. Так, все за мной идет. 350. Возьмут. Движение. Переходим на шоп. Да, иду уже. Паш, подождите меня, я вас догоню. У камней. У камней остановимся, да. У камней сбор. Че у камней? Остатки группы ждут. И отдыхаю. Все, идем дальше. Азима также 350. Азоник, у тебя есть оптика?
Сейчас на гору не вылазим, здесь будем сидеть. Сейчас я посмотрю сначала, что там у нас дальше. Кстати, будьте внимательны, тут уже враг может быть. Так, пошли. Пошли. Моя группа, двигаемся, пошли. Через угол. На 30 гряда вот эта вот наша. Туда сейчас пойдем. Там в камнях где-то могут быть. Моя группа к камням, двигаемся. Ты за нами идешь? Давайте я набью. Сейчас я город посмотрю. А, нет, это возможно. Вижу тоже. Да, это с... Наступаемый. Доник, нам здесь с этой позиции часть города видна, ваш подход не виден, вам холм загораживает. А, даже продвигайся, да чуть-чуть вперед, чтобы еще отсекать пути. Мы можем занять эти холмы впереди, которые быстро сейчас пройти дальше. Давай. Сейчас город посмотрим. В городе стоит УАЗ ДШК, вижу. На 90 еще стоит у вас зашита. Да, он откуда? Входим за первого квадрата. Куда у нас один человек пропал? Так, сейчас на 300. Борн, ты где? На 300 снизу спускаемся, обходим и идем до гора. Гонза, Гонза, ты где находишься? Позади вас 150 метров. Сейчас. На 320 идем, сейчас за холм следующий перевалим. Доник, сейчас прикрыть вас на снизу. Меняем позицию. Да. По нам огонь, по нам огонь.
Убил кого, нет? Не знаю. Что там вообще такое? Мимо меня толпа пробежала. Кинул ГПшку, двоих вырубил. Понятно. Ну ладно. Да, он меня убил. Еще кого-то, наверное, убил. Значит, я правильно прицел переключил. Я как почувствовал по поведению, сначала в одного стрелял, потом в тебя. Наверное, только меня убил. Кстати, что-то после перезахода рация сломалась. Что с ней стало? Я всех мог слышать, меня никто не слышал, и меню рации у меня не открывалось. Плюс я не видел чужие метки. Понятно. А ты обновлял ее? Ну да, вот перед заходом. Странно. А ты ее как качал? Через Arma3Sync или через Arma Launcher? Через Launcher. Да, непонятно. Но у меня там какой-то конфуз богемовский случился, что я застрял на одном месте, не мог никуда двинуться, хотя мне все равно из-за этого произошло. Может, что-то падение чудит. Мимо Катаваси прошла группа воздонника, и он даже их нет. Блин, надо было вас подальше, чтобы пропустить. Чуть даже не знаю, как в таких ситуациях я думаю, тебя целовать. Пропускать и бить так, чтобы можно было накрыть. У тебя типа ГПшка была мог. Но подождать, когда мы поднялись, начали подниматься на холм и долбануть по холму. Mm-hmm. А мог бы сделать вообще хитрее, не ждать, когда поднялись, а вообще пропустить вперед, мы ушли бы. Ты потом мы дошли до какой-нибудь точки, где могли бы ожидать следующего движения, другого приказа двигаться еще туда. А в этот момент нас перестрелять. То есть, когда мы остановились. Движение, как бы, это, знаешь, это экстренное совсем. Ну, я понимаю, там трудно сориентироваться. У меня такие ситуации были. Я потом уже на себя ловил на том, что надо было по-другому действовать. Хорошо, что вы не заглянул в мой рюкзак, где 40 гпшек. А у вас еще стинги где-нибудь есть? А, да, кто-то брал. Нет. А вот убификс. Наши, походу, думают, что вы все с востока пойдете. Заметили там ваших двух и все внимание туда. Ворон на небо смотрит. Сиджи будет, скорее всего, заварух. Будет Аздоника там кого-то. Нет. Да, сейчас кого-то грохнет. Кто-то бежит по полю. А может и нет, это прайс, да? Нет, СиДжея, по-моему, убили. Как он меня увидел-то? Через стекло, видимо.
близко к окну подходил, там ствол мог торчать. Наверное, собака. Он же торчит, это же не в жизни, как стенку уперся. Ну что там сзади к вам, сзади Катавася подходит. Если он, конечно, с Кока что-нибудь сделает против G-30. Блин, так много оказывается. А, он же в моем доме прям был. Ё-моё. Банзай Иванчик. Что? Прайса убили. Убили? Правильно. Он в поле же был. Да, Бонзай Иванчик, сейчас там вообще ситуация не очень, в поле застрял. Он что, не видит, что ли, этот котов? Подожди, я сейчас отключу тут стрелять. Слушай, что я делаю? Как сделать, чтобы было видно трассера? Ну, у тебя такие как бы полосы, что ли? А, ну это включить меткой цели тебе нужно. В левом углу, в верхнем. Выпадающее меню и там метка цели. Но это не на всех, это на пулеметах крупно. Все, Бонзай заряжает. Кто там? О, а десятый в воздухе. Господи, давайте был гараж. Гранат. А, не тот дом. Куда? Он не в тот дом кинул гранату. Кто? А вон, Катавасик хотят выцепить. А, нет, смотри-ка. Понял, ушел в другой дом. А, то есть они его нашли, что ли, уже? Да, да, поняли, да, что все. Он там за ними. Да, 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 да. Обесит инкоминг. Брррр, это может пока. Самолет будет, да? От Доника лук рашит. Ну,
сами приедут, хотят выяснить. Пока за самолет смотрим. Отдавай, сейчас бой будет хорошо. Старый. Закинат. Так, а лаздоника смотрю там. Вася хорошо закопал. Все, положили. В спину застреляли. Ну, убили, в спину дверь открылись и в спину классно, убили. Так это хорошо. Вот интересно, я раз посмотрел назад. А дверь открылась сразу в сторону. Ну вообще звука нет. У кого, у тебя? У двери. Да нет, нету вообще. Мне кажется, совпало просто, 10-я пролетала. Да, может, я пошел просто, громче. Вообще ни хера не слышал. Нет, двери, они всегда бесшумно открывались. Да. Кстати, вот этот баг, недочет бисов, они, по-моему, даже и в третьей армии это не исправили. О, блин, я же деньги. Не, в третьей исправили. Да? Там такое ощущение, что там очень шумно комод открывают, короче. Понятно. Интересно, почему с техникой искать самолет? Все для сильно. Кстати, интересно, как будут американцы прошли наши дни. Мои пальцы. Хорошо. Ну тут уже я поднялся в кусте аккуратно, потому что со стороны вот того пролома мне горели дорога. У меня было вот видно, если пути сзади, короче, мимо меня, видимо, прошли и захватили фотографию. Вот такой град такой. Не, в 10-й попали. Ему было попали, да. Надо. Он там не своих отработал. Давай садись быстрее, сейчас такая возможность снять его. Ё-моё, не успел. Смотри, прям над ним пролетел. Эх. Это шикарно. Прям над джигитом пролетел. А, без полезняк он сейчас хвост стреляет. А там пока наведет. А, смысл? Блин, я только сейчас заметил, как... Смотрите, они сейчас... Не-не-не, зачем он слазит с него? Смотри, прям над ним пролетает. Вот сейчас уже ловко какой странный джиг. Не помогли бы. Сейчас у него место, да, хорошее стрельное с джигитом. А что он тут делает? Опять сейчас заходить. А, все. Потому что он не поворот. Все, смотрите, заходит, сейчас отстреляет. Нет, не на него. Все, мы продули. Да.